Время суток, дорогие подписчики, с вами канал CryptoxBlog, и сегодня мы поговорим о проекте под названием DuckDAO. Если посмотреть статистику развития криптовалютной экономики, то можно отметить, что число проектов, работающих в ней, увеличилось в 3-4 раза. Они хотят повысить капитализацию и нарастить комьюнити, но удается это сделать очень немногим. Почти все из них прекращают свое существование в течение 2 лет, поскольку не способны справиться с конкуренцией со стороны других платформ. Одной из причин такого плачевного положения дел является то, что множеству проектов никто не помогает. Возможность это связана с тем, что разработчикам не всегда удается привлечь на свою сторону пользователей или недостаточно оборотных средств. Вот как раз для помощи интересным проектам и предназначен децентрализованный инкубатор DuckDAO. Что это за инкубатор? Он основан на технологии блокчейна. Его основная миссия заключается в том, чтобы помогать другим криптовалютным проектам раскрывать в полной мере свой потенциал. В данном случае следует сказать еще про одну особенность. Огромное количество проектов, работающих с токенами и приносящих прибыль ранее, с середины 2020 года, вдруг начали терять прибыль, и их активы обесценились по причине мощных инфляционных проектов. Чтобы помочь им, проект DuckDAO предложил вступить в его сообщество, ведь все уже поняли, что сейчас ждать от рынка цифровых активов какой-то существенной прибыли не стоит, даже в краткосрочной перспективе, не говоря уже про более длительный период времени. Проектам, которые хотят развиваться, и предложено стать частью DuckDAO, основным элементом системы является токен DuckDAO DIME, или же DDM. И его можно использовать для того, чтобы получать доступ к различным уровням сообщества. Пользователям надо иметь определенное количество токенов DDIM в своем кошельке MetaMask. Команда разработчиков инкубатора представила свой экосистемный проект, профинансированный сообществом DuckDAO. Его основа – токен Duck Liquidity Pool. Пользователи помогут использовать токены DLP для участия в Duck Farms – утиные фермы. Каждый, кто работает в сфере децентрализованных финансов, знает, что пулы ликвидности Uniswap могут работать с прибылью только в коротком промежутке времени. Разработчики DuckDAO знают это, и предлагаемые ими Duck Farms, или же утиные фермы, имеют особую функцию, называемую односторонним сжиганием. Она добавляет токенам дефляционный элемент, и пользователи могут получать долгосрочный пассивный доход. Причем фермы выполняют не только дефляционную функцию, но и представляют участникам, фермерам, доступ к 50% прибыли от маркет-мейкинга. В инкубаторе работает так называемый утиный пул ликвидности. Основой DLP является так называемое одностороннее сжигание токенов. Сперва может показаться, что в этом действии нет никакой логики, так как осуществляется сжигание 50% монет. Что означает такое одностороннее сжигание? Здесь все просто. При нем пользователь теряет одну часть ликвидности. Зачем же это делать? Оно необходимо для того, чтобы токен платформы был надежно защищен от действия инфляции. Если пользователь покидает DuckDAO Farms, в таком случае данная ему ликвидность уничтожается, а число токенов DAG уменьшается. Данный механизм дает возможность придать устойчивости системе токенов к воздействию инфляционных процессов и остаться дефляционной. Что касается самого токена DAG, команда разработала его так, что он оснащен механизмом противодействия инфляционным процессам. Каждый пользователь может быть уверен в том, что получит прибыль. В любом случае, инфляция этому не помешает. В свою очередь, поставщики ликвидности DLP могут делать ставки на свою ликвидность и получить награды DAG на протяжении длительного времени. А пользователи токенов DAG получают награды, в том числе и распределение рыночной прибыли, раздача токенов проектов. Все проекты, которые получают поддержку от DuckDAO, первыми получают практическую пользу от работы с ним. Как указывают создатели проекта, в будущем они намерены оказывать поддержку и проектам, работающим в общественной плоскости. Итоги. В заключение еще раз хочу отметить, что проект имеет блестящие перспективы дальнейшего развития. Если сравнивать его характеристики с другими платформами, действующими в области DeFi, в отличие от всех остальных проектов, у него все организовано таким образом, чтобы приносить прибыль, в том числе и пассивную, на протяжении длительного времени. У тех проектов, которые хотят развиваться, могут получить помощь от инкубатора DuckDAO, если станут составной частью его сообщества, пользователи могут рассчитывать на достойную пассивную прибыль. Он, в свою очередь, гарантирован тем, что в системе проводится одностороннее сжигание DLP и успешным продвижением инкубационных проектов.
Свету стать участником DuckDAO, чтобы получать хороший доход, причем в течение долгих лет. Считаю, что к проекту будет присоединяться все больше пользователей проектов, которым нужна поддержка и достойная пассивная прибыль. А с вами был канал CryptoXBlog, благодарю за внимание, оставляйте свои вопросы в комментариях, ставьте лайки, до новых встреч!